Новые штрафы. С 1 января изменились размеры административных штрафов за некоторые нарушения в области дорожного движения. Это предусматривает изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях. С нового года до 1000 рублей повысился штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика. Прежде он составлял 700 рублей. Водителям, которые не остановились перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части, теперь грозит наложение административного штрафа в размере 800 рублей. Кстати, прежде такой нормы за подобное нарушение не было. Теперь с 1 января за выезд на перекресток при образовавшемся заторе будет штраф до 1000 рублей. Может быть, именно и это остановит водителей, и они не будут сами себе создавать эти заторы и пробки на дорогах. Помимо усиления ответственности, внесены некоторые для автомобилистов послабления. Так, например, теперь исключена норма, по которой водители привлекались к ответственности за отсутствие при себе талона о прохождении техосмотра. Как показала практика, ранее был увеличен административный штраф за непристегнутый ремень до 500 рублей. И со временем на дорогах люди стали не только бояться этого штрафа, но и сознательно начали использовать ремни безопасности. Таким образом, и эти изменения могут поспособствовать изменению порядка на дороге, и водители станут более сознательны и внимательны на дорогах.